Всем привет. Вот небольшая переделка. Стояли у меня обыкновенные светодиодики. Теперь я у производителя этих лампочек прикупил настоящие светодиоды, которые в этих лампах используются. И вот так еще одну полосочку сделаю. Это сделано для того, чтобы по центру были то же самое, центр был подсвечен. Удобно для работы в дефектовочном экране с линиями. Вот теперь я это все дело сделаю уже настоящими, как бы родными светодиодами, которые есть в этой лампочке. Вот, для того, чтобы более эффективно работать. Потому что когда используешь вот такой экранчик полосатенький, вот ставишь, вот эта центральная часть, вот где сейчас вы видите эту, она как бы не подсвеченная. И работать неудобно. А так как бы будет дополнительное освещение центра. То есть вся лампа будет освещена. Вот, вот такая небольшая будет доработочка. Ну вот, припаял я полоски. Вот, выключатель пока один. Центральный, который зажигает эту среднюю часть. Когда мы дефектуем, вот центральная часть у нас остается не подсвеченной, а так вот. Все, как говорится, хорошо. Вот, собственно, что я и хотел показать. Можно выключу, оставить центральную часть подсвеченной. Но в данном случае вот этот как бы центральный подсвеченный вот этот сегмент является нужным для дефектовки. Когда надо зажигать все. Потому что когда подсвечена средняя часть, более удобно работать. Вот таким образом. Вот такая небольшая доработочка лампочки.